Ну вот, дорогие друзья, сейчас мы рассмотрим некоторые нюансы в работе вот этой локтевой техники, когда мы разводим, раздвигаем позвоночник, да, декомпрессируем его. Ну, во-первых, вот видите, человек немножко лежит не по диагонали, можно, увидев это заранее, да, его подровнять, смело подойти и вот вытянуть его симметрично, чтобы он лежал, да. Потому что когда он скрючившись, да, вы можете ввести локтем и задеть случайно, вот у меня там дуга будет позвоночная, да, заденете локтем позвоночник, это больно, это неприятно, это не нужно делать. Теперь смотрите, когда мы делаем разводку, вот такую, ну, например, одной рукой упираемся, как я говорил, в крестец, да, в крестцовую кости, плотно зажав его, а вторую раздвигаем, мы же еще и сами тоже упражнение для себя делаем. В общем, секрет. Пациент не видит, но мы, раздвигая, сводим лопатки сзади и как бы распрямляемся. То есть свою спину тоже раз, распрямляем такими движениями, понимаете, вот прием упражнения. Локти тут должны идти параллельно. Ну, кто ходил в фитнес, может быть, знаете. Да, с дыханием там хорошо соединить вдох. Да, выдох, да, обязательно с дыханием. Правильно говоришь. Вот, ну покажи, как ты это сделаешь, разводку. Вот такую сильную. Нет, подожди, подожди, разводку. Нет, разводка это ты ведешь туда локоть. Вот, закрепила здесь. Не вместе руки, отдельно. Да. И накладываешь. Шаг вперед делай сразу. Это ногой, это ногой. Так. Это вперед, туда, к нему. Да, локти шире и нагибайся. Вот раз. Так, погоди. Нет, еще раз. Сейчас что-то я запуталась. Еще раз показывай. Вот, то есть мы встали здесь, да, выдох делай, он выдохнул, я развожу руки и сам быстро наклоняюсь, сюда? Да, и получается сюда. Раз, о, себя потянул. Следующий прием, когда мы ныряем в него, вот так вот, да, делаем тоже вот на вдохе и выдохе, выдох, вдохнули, скрючились. И назад распрямились, выпрямились. То есть у нас позвоночник будет ходить вот так вот. При этом руки, вот эти предплечья, да, мы захватываем его массу тела таким образом, как вот этот вот прием месения теста. Да, если помните, как вот мы вот так вот такой вот есть прием. То есть наши руки, смотрите, вот они массу тела развели и свели обратно, да, развели. И свели обратно. Свели и свели. Видите? Вот. Хочу, чтобы ты это попробовала. Слушай, сейчас у меня этот прием пока не очень получается. Как? Получался только что? А, тот? На разводку? Ну да, я не могу совместить вот с этим. Так, не надо совмещать, это же разные приемы. Не путай. Во-первых, ты добавляешь вибрацию вот такую, да? Ее не надо добавлять. Это только, если кто-то попросит конкретно. Первый раз просто сильно давим вектор нашего усилия вот туда, в стол, на 45 градусов вперед. То есть тут закрепили руку, да? Тут давим. До этого мы делали раскачивания вот такие. Да, то есть закрепили руку, вторую, и вот так вот его растрясали. При этом у нас обе руки должны идти в противофазе. Параллельно, да? В противофазе, вот так вот. То есть это тоже волну, которую мы запускали, да? Угу. Та же вибрация. Только с нашим уже усилием, уже конкретным, вот так вот давим локтем. Понимаешь, да? Это вот, где нажимать, это отдельно нюанс, когда человек просит конкретно в каком-то месте, да, вот ему не хватило, допустим, угу. Да? То есть ты подаешь туда руку и там вот что-то хрустло, по-моему, да? Угу. Вот, два раза тут. Так. Это этот прием. Разницу поняла или нет? Еще раз. Это мне домой покажешь. Я не выспалась. Первый прием. Мы внедрились. Раз. Внедрились. Локти поставили параллельно. Да. И раскачали его. Асинхронно. Вот на вот на голову. То есть здесь мы гимнастику для позвоночника не делаем. Не делаем, да. Можно захватить вот единственное, что вот. Большим пальцем для прохода назад, еще эта рука остается на месте, для прохода назад мы просто мышцы захватываем. Ставим еще раз руки
Ну, там у нас был прием лодочки, да, вот мы лодочку поставили, спина у нас практически не работает, но работают наши плечи, да. Посмотрите, как я ставлю. Поставлю плечами и разогнул, Резко развел их. Сегменты позвонков я имею развел, и плечи тоже свои. То есть я таким образом эргономично экономлю свое движение. Если кто-то руками делал, да, у меня руки быстрее бы устали, у меня работает все тело, да. Я прям могу приподняться или плечи приподнять. И над ним, видите, упор идет то, на том, что мое тело вертикально над областью воздействия находится. Дополнительно я добавляю и массы своей, и энергетикой движения именно туда, внутрь, на эти вот миофасциальные сочленения. Следующий прием, это вот когда лодочки поставили, да? Следующий прием запускаем. Маленькие лодочки, потом... Да, потом они запускались, они поплыли. И вот это вот как бы расширяется, это вот волны за ними, знаешь, я вот тоже поплыл. За лодками расширяется волна. А ты дыши, дыши. Ну, до этого, естественно, еще раз повторяю, нюанс. Обязательно предупреждайте, чтобы люди дышали вместе с вами. То есть они чувствуют эти движения, да, и дышат. И чтобы подсказать им, как дышать, тоже дышите. Я специально дышу громко во время этих приемов. Просто сейчас за разговором не успеваю это сделать. И подсказываю, как бы, да, выдох. Выдох. То есть на каждом нажатии у нас идет выдох. Вообще во всей мануальной терапии перед любой тракцией, да, перед любым трастом выдох делается, глубокий выдох. И вторым шагом через секунду после выдоха вы уже делаете прием. Понимаете, через 2-3 секунды. Даже не во время выдоха, а после как бы. Он должен выдохнуть, закончил, да? Ну, сделал так, чтобы слышно было. Еще раз. Вот главная клетка опустилась, да? И тут вот я вот иду уже. Вот после того, как она опустилась. Понимаете? Разбираем нюансы дальше. Что ты не понимаешь? Вот это нет, вот? Нет, все, я поняла теперь. Вот, теперь делаем вот это, да? Внедряемся и выпрямляемся. Внедрились и выпрямились. Вот. Главное и... попросить клиента голову в другую сторону повернуть. Да, мешать. Нет, не в другую, нет, не в другую, все правильно. Но, все не, правильно. Она мешать тебе будет, сам понимаешь. Все правильно. Чтобы да. Он не видел, что ты там это делаешь. Что я делаю? Да он не увидит. Вот. Таким образом мы тренируем свой позвоночник. Дело в том, что когда клиентов очень много, да, и постоянно работая, нагнувшись, страдает наша поясница. Но секрет, опять же, в том, что если те же приемы делаем мы, упражняясь, то есть как упражнение для нас, для самих, да, то мышцы не страдают, а наоборот мы приобретаем определенную гибкость, расслабленность, растягиваемся. Ну, давайте покажу еще раз. Значит, здесь мы растягиваем позвоночник, он у нас как у кошки ходит вот так вот, да? Соответственно, я сам слышу хруст в себе. У меня ходит таз вот так вот, да? То есть поясница вот за счет этой экстензии назад, да? Она как бы нормализуется, встает правильно. Правильно лордоза. В принципе. Вращательные движения тоже можно делать, да? Да, я делаю это в других просто приемах. Вот, когда мы, например, обрабатываем ему локоть, да, вот так вот, у меня нога, ну или вот так вот я, да, обрабатываю. У меня нога, вот видите, висит, болтается. Да-да-да, можно даже и назад поднять, да. Ну, если хватит там, положения, да. Вот, то есть у меня расслабляется вот эта часть корпуса. Нога болтается расслабленно. Перехожу сюда, вот, например, тут локтем делаю, да, другая нога болтается. И вот так вот во время всей работы у меня то одна нога висит, то вторая висит. При этом как они висят? Поворачиваю корпус так, чтобы вот это вот сочленение мое собственное, да, оно тоже расслабилось и растянулось. То есть я вот этой пяточкой, получается, тяну себя. Видно было на камеру, да? Вот, просто не все сразу можно вспомнить и объяснить. Так, теперь вот покажи. Сбоку как ты вот ныряешь. Засними сбоку, пожалуйста. Вот, правильно, да. Нажмула. Еще больше загибай сначала позвоночник, да. А теперь распрямляю. Вот, молодец, правильно. О, хорошо пошло. Да, да, да. Вот, чувствуешь, и тепло идет по позвоночнику. И да. Упругость в нем получается, появляется. Вот, а теперь же лодочки поставь. Так, а лодочки мы без позвоночника же делаем. Да, да, но сверху, сверху, весом, весом. Раз.
мне стол высокий просто. Ну ты на носочку, да, все правильно? Но на носочках все равно не хватает. Вот. И теперь растяжение делай, растяжку, вот разводку вот эту. А я же делаю ее. А, ты имеешь в виду? Как упражнение? Нет, руки отдельно. Отдельно руки. Параллельно друг другу. Иди так, чтобы лопатки сомкнулись. Не нагибайся, я же сказал. Не вибрируй. Просто растягивай позвоночник, максимально его позвоночник растягиваешь, а себе сводишь лопатки. Еще погоди. Ну, мне очень удобно здесь сводить. Тут вот, либо потом мои до конца лопатки, доводишь. Либо его позвоночник. Надо расставить приоритеты. По очереди сделай. Ты внимательно смотри. Давай покажу еще раз. Нормально. Вот. Развели ему позвоночник. О нем, естественно, думаем. Прежде всего, о клиенте, да? Вот. Нагнулись, насколько можно. Прогнули свою поясницу. Видите, назад? Вот я ее прогнул, чтобы она не сгибалась. А то и два конца. А потом уже вот я встал и опа, и для себя потянулся. Но тут еще зависит от участка тела человека. На ногах, например, когда я то же самое делаю, да, тут они шире, и я как бы вот умещаюсь в том, чтобы развестись на его ногах. Тот же самый прием разведения. Так что тренируйтесь вместе с нами прямо во время работы над клиентом. Можно накачать и мышцы, и расслабиться, и потянуться, и отдохнуть. Прямо во время работы, не отходя от кассы. Повторяйте за нами и будьте в наших тренингах.